Приветствуем вас, дорогие наши подписчики и случайные зрители. Перед просмотром просьба поставить лайк к этому видео, и если не сложно, подпишитесь. Федор Добронравов – один из немногих современных артистов, кого смело можно назвать народным любимцем. Актер убедителен и понятен в любой роли, и это неудивительно, потому что сам из числа тех, кого играет. Он выходец из простой семьи и знает жизнь рядового человека не понаслышке. Бравый солдат, десантник в годы армейской службы, заводской слесарь, электрик, оператор, московский дворник. Эти профессии Федор освоил на гражданке. Добронравов женился рано. С Ириной они учились в одной школе. Женившись, он дал ей слово быть верным мужем до 90 лет. Сейчас Федору Викторовичу 59 лет. И он, как настоящий мужчина, держит данное слово. Отцом сына Виктора он стал, когда ему исполнился 21 год. Актер все еще сожалеет, что мало уделял внимания сыну в детстве. Иван родился в 89 году, и Федор Викторович признается, что к этому времени больше был подготовлен к роли отца. Федор Добронравов всегда хотел быть комиком, выступать в цирке. В жизни вышло немного по-другому. Он стал актером и сам без семьи, переехал в Москву, жил в гримерке и мыл полы. Настойчивость Федора с одной стороны и вера в его талант, поддержка жены с другой, увенчалась успехом и его приняли в труппу театра. Позже к нему переехала и его семья. Известность актеру принес не театр, а телевизионное шоу «Шесть кадров», где он сыграл самые разные роли. В 2008 году вышел фильм «Сваты», который сделал Добронравова любимцем огромной зрительской аудитории. Иван Путько, по словам актера, герой, близкий ему самому. А возможно поэтому Федор Викторович и стал восприниматься поклонниками, как реально живущий Иван Путько, мудрый, открытый человек, душа компании и заботливый дедушка. Себя Добронравов всегда считал прежде всего театральным актером. Почему же летом минувшего года он ушел из театра по собственному желанию? Причин несколько. Стало подводить здоровье. Актер перенес инсульт, последовавшую за ним операцию, накопилась усталость. Художественный руководитель театра «Сатиры» Бронислава Чунихина объяснила, что Федору Викторовичу предложили отказаться от участия в других проектах, поскольку это создает сложности в расписании спектаклей, и ему будут оплачиваться только те дни, когда он занят в театре. Добронравов на следующий день написал заявление об уходе. По словам коллег, никаких недоразумений, разногласий при этом не было. В настоящее время актер живет за городом, в поселке Ромашково, в доме, который построил сам. Здесь Федор Викторович воплотил свои идеи, создал большой особняк для всей семьи. Все продумал так, чтобы было удобно и сыновьям, и внучкам. На участке есть баня, беседка, качели, теплицы и цветники, по желанию супруги. Актер сам ухаживает за участком, много времени проводит на рыбалке, собирает грибы и наслаждается общением с соседом-актером Романом Мадяновым. Многие телезрители получили удовольствие от совместной работы друзей. Актеров в картине жили-были. Оказывается, что приятели они друзья и соседи и в реальной жизни. В Ромашково часто приезжают сыновья Иван и Виктор Добронравовы со своими семьями. Федор Викторович трижды дед. У них с Ириной три внучки. 10-летняя Варвара, 4-летняя Василиса и 2-летняя малышка Вероника. Многих поклонников Федора Добронравова интересует, когда будут продолжены съемки «Сватов». Оказывается, на съемки повлияла ситуация на Украине, где фильм и снимался. Новый шестой сезон снимали в Беларуси в 2017 году, а начало седьмого сезона возобновили в январе прошлого года, но работа была прервана из-за пандемии. Автор проекта говорят, что снятый в 2017 году материал не покажут, потому что сценарий изменили. Так что в 2021 году
порадует поклонников любимого сериала уже не скоро. Нравится ли вам, дорогие подписчики, актер Федор Добронравов? Являетесь ли вы его поклонником? Напишите об этом в комментариях.